Всем, друзья, мы на канале Мистер Ломин, с вами Ромчик, и сегодня я вот в этом прекрасном городе, как видите, тут вот такие дома, какие-то красивые, какие-то очень красивые, какие-то, может быть, не очень красивые, но сейчас я все же буду продолжать строить этот город, и буду, в общем, я построю, ну, просто жилой дом, буду использовать мод Soviet Era. Буду использовать мод на топорик World Edit. Вот так вот, чтобы удобно было. Ну, буду использовать свой ресурс пак. Ну, можно без ресурс пака, тут не обязательно, можно использовать другое, потому что тут не принципиально. Ну и может быть еще какие-то моды, хотя тут толком ничего нет, поэтому будет только Soviet Era. Ну, в общем, приступим. Для начала нужно будет сделать фундамент. Фундамент — это самое простое. Ну, тут нужно просто наметить. Наметить, как сделать. Так, главное, сильно близко дорожки не делать. Так. Ну, я буду потом зданию чуть-чуть равняться. Вот. Мы как бы чуть-чуть делаем фундамент. И мы... Так, дальше. Ну, мы возьмем вот панельный блок и красную мозаику. Зачем, вы это поймете. Начнем мы с панельного блока. Панельным блоком мы для начала выстраиваем... Этажи тут будут в... Так, если посмотреть, то в три блока получается. Так, мы берем тут вот так вот делаем. Ну, для начала посмотрим, если мы отступим 4 блока и делаем вот так, то у нас получается какая-то вот такая картина. И в принципе для нас это нормально. Окна я буду использовать ванильные, майнкрафтовские, но можно использовать окна из Soviet Era. Суть не меняется, но для оптимизации мира я использую стандартные майнкрафтовские. И внутри дом будет застроенным, то есть, точнее, будет просто в черном бетоне. Ну, так как мне тут в городе не нужно обустраивать дома внутри, так это просто декор. Декор, чтобы был как бы что-то похожее на город.